Глава Красноярска Эдхам Акбулатов потребовала реорганизовать структуру технадзора, которая следила за качеством ремонта дорог. По итогам сезона выяснилось, что служба не справилась ни с одной поставленной задачей. Городские власти поставили точку в сезоне дорожного ремонта, и для кое-кого она стала последней в карьере. Руководство Центра капитального ремонта жилья и благоустройства будет уволено. Сотрудников службы, если не пройдут аттестацию, ждет та же участь. По оценке чиновников из департамента городского хозяйства, специалисты работали очень медленно и не успевали на ранних стадиях выявлять все нарушения подрядчиков. Из-за этого, к примеру, дважды ремонтировался проспект Мира. Сегодня, получается, мы говорим о том, что не успели проверить, не успели в лабораторию отнести результаты, не успели проконтролировать качество, поэтому получили такой результат. Я уже не задаю вопрос Леониду Петровичу, когда у него начинается и заканчивается рабочий день его специалистов. Если ночью укладывает асфальт, значит, люди из его учреждения должны были сидеть по ночам и контролировать ход производства работ. Однако, как утверждает руководитель службы технадзора, есть объективные причины неэффективной работы его подразделения. Там не хватает специалистов и до сих пор нет лаборатории, в которой можно было бы оперативно получать результаты исследования проб уложенного асфальта. Мы можем контролировать только подрядчиков, которые выиграли контракт у департамента городского хозяйства на капитальный ремонт дорог. А вот все те большие замечания по всем остальным направлениям, прозвучали по дворам, по проездам. Это очень много количества адресов. Это большее количество адресов, чем по капитальному ремонту дорог. Здесь в самом деле координации в целом по городу не было. Конечно. Из доклада чиновников департамента городского хозяйства следует, что ремонт улиц выполнен на 95%. По 52 адресам подрядчики затянули сроки. Кроме того, примерно треть всех работ сделана с нарушениями. Вот на этих кадрах любительской съемки видно, как несколько дней назад дорожники укладывали асфальт в снег на улице Воронова. Такая же ситуация была на Юшкова и улице Крайней, жители которых жалобами обратились в мэрию. С недобросовестными подрядчиками контракты будут расторгнуты. Деньги они не получат. Предприниматели же считают, что одна из главных причин некачественного ремонта улиц – несовершенная система конкурсов. Сейчас право на дорожные работы получает тот, кто предложит самую низкую цену, которой заведомо не хватит, чтобы сделать все по стандартам. На этот рынок могут приходить любые компании, которые действительно сегодня имеют авторучку, значит, не имея специалистов, ни техники, ни образования. Значит, потом, значит, нанимает эту наемную временную силу и пытается как-то выполнить эту работу. Соответственно, эту работу выполняют они некачественно. Сегодня же глава города предложил создать отдельную структуру, которая будет заниматься строительством и ремонтом дорог. По словам Акбулатова, это поможет улучшить нынешнюю ситуацию. С кандидатурой руководителя нового ведомства власти определятся в ближайшее время. При этом, как отметил мэр, чиновников не должно стать больше. Этот вопрос решится за счет перераспределения кадров в администрации. Добавлю, обсуждение улиц, которые будут отремонтированы уже в следующем году, начнется в ноябре на сайте городской администрации. Туда можно будет присылать все свои пожелания и заявки. Ну а если у вас есть новости, звоните лично мне. Мой телефон 29 29 115. Комментарии к сюжетам оставляйте на нашем сайте afontova.ru. Наталья Истомина, Михаил Масленников, Афонтова новости.